Уважаемые жители Тверской области, совсем скоро наступит новый 2023 год. В уходящем году мы были едины в главном – защите наших традиционных ценностей и права российского народа определять путь развития нашей Родины. Мы гордимся нашими военнослужащими, настоящими героями, переживаем за них, желаем выполнить поставленные задачи и скорее, с победой, вернуться домой. Мы благодарим всех, кто трудится на благо Тверской области и всей нашей страны, выпускает продукцию для вооруженных сил Российской Федерации, развивает экономику, сельское хозяйство, инфраструктуру, лечит людей и обеспечивает правопорядок, рожает и воспитывает детей. В эти праздничные дни мы особенно сильно чувствуем себя большой, единой семьей. Мы верим в свою страну, в нашего президента, что вместе преодолеем любые испытания и сделаем Россию еще более сильной. Дорогие друзья, по традиции мы встречаем новогодние и рождественские праздники с самыми близкими и дорогими людьми, с добрыми надеждами и планами на будущее. Хочу пожелать всем успехов в новом году, здоровья, счастья, благополучия. Пусть в каждом доме Верхневолжья и всей России будет много добрых и светлых событий. С новым 2023 годом и Рождеством Христовым!